Наш следующий материал подготовлен в педиатрическом отделении детской поликлиники номер 1, где работает молодой специалист, врач-педиатр Дарья Подгорная. О работе, увлечениях и состоянии здоровья юных люберчан в сюжете моих коллег. Дарья Подгорная – молодой специалист. В поликлинике работает с 1 августа. Окончила Ростовский государственный медицинский университет. Я люблю детей, во-первых. Во-вторых, чтобы помогать детям. Много болеющих детей сейчас, хочется помочь. На приеме Мария Маковецкая с дочкой Варей. Девочке 6 лет. Ребенок болен, температура. У Дарьи Подгорной Варя наблюдается около 3 месяцев. Я очень довольна этим врачом. Ну, квалифицированный, без анализа никогда не назначит никаких лишних лекарств. Я как бы приверженца доказательной медицины, поэтому мне очень важно, что врач, ну, скажем так, прислушивается, ну, да, и к моему мнению тоже. В завершении приема педиатр прописывает парацетамол и рекомендует обильное питье. Ежедневно Дарья принимает до 30 детей от 0 до 18 лет. Проводим осмотр, аускультацию, перкуссию, также профилактическую работу проводим в кабинете. Мы можем рост, вес измерить ребенка, если здоровые дети приходят, малыши. Юные пациенты приходят по записи, обращаются в случае острой боли. В осенне-зимний период нагрузка возрастает. Большинство обращений к Дарье Подгорной связаны с ОРВИ. Молодой специалист показал себя грамотным, отзывчивым врачом, знает все методы современной диагностики и лечения заболевания. Очень идет хорошо на контакт как с коллегами, так и с родителями маленьких пациентов. С рабочей нагрузкой Дарья справляется легко. Восстановить силы, поднять настроение и зарядиться энергией помогает бокс. В поликлинике есть кабинет лечебной физкультуры, где можно провести удар правой или хук. Начала заниматься боксом я, потому что еще когда работала в реанимации медсестрой, в ковидном госпитале работала, было много негативных эмоций, которые хотелось куда-то выплеснуть в хорошее русло. И выбрала бокс, как самый энергичный, мне кажется, и подходящий спорт для выплеска энергии. Уровень любительский. На большее Дарья не претендует. Главное – усвоить технику бокса. Несколько раз в неделю она посещает спортзал, где индивидуально занимается с тренером. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.